После того, как в центральную городскую больницу Харциска обратилась женщина с проникающим ранением, правоохранители приступили к расследованию и установили цепь событий, завершившуюся ударом ножом в грудь. Сотрудники сектора уголовного розыска Харцизского городского отдела полиции установили, что накануне к пострадавшей и ее гражданскому мужу пришла знакомая. Через какое-то время между женщинами произошел конфликт. Гостья схватила со стола нож и нанесла 36-летней подруге удар в грудь. Раненая женщина поначалу решила не обращаться в больницу, однако через 5 часов ее самочувствие ухудшилось и пришлось вызывать скорую. В отношении 38-летней подруги возбуждено уголовное дело. Ей инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.